А я тут была на собеседовании. Где это? Чем дальше? Что? В каком смысле одни коробки? Баран, барановый. Да, мы едем. Вернулась, конечно. Я в прямом эфире. Едем с мамой и сестрой гулять. В центр Киева. Ваш как дела? Ой, боже, я еле пережила 4 перелета на Бородина против Бузы. Было прикольно. Уже через неделю в эфире увидеть. Я, конечно, там растерялась, что попала, говорила, но ладно. Меня простить можно. Я была уставшей. Блин, ну вот это то, что... Так, вы можете вопросики задавать? Или будете молчать постоянно? Чего нет вопроса? А, господи, надо было. Покажи, мам. Могу. Помню, деловая. Стрижку ей сделали на канал. Привет. Тебя позвали. Звонили, купили билеты. А, был разбор прошлого розы. Ну, типа консумация, стриптиз-клуб, много разной грязи. Ну, как у нас было когда-то. Ну, типа, всякое за это. Розы, короче, много грязи убивали. Шабарин бедный. Просто Шабарин соскучилась на него другую. Вообще, участников никому не подходила. Приехала, зашла на шоу и сразу же вышла. У меня было... Опять обливали. Это я вообще отпустила. Саша без прошлого шоу. Сорок уже не любил. Вы знаете, все, что в жизни не делается, делается хорошо. Поэтому... Так, приехали сестру забрать. Я сороковой стала. И это же была ССР, участников не было. Что у вас в пакете? Мне расскажи, как ты от мужа убежала? От мужа точно. Он, все справедливо, он вчера гулял, я сегодня гуляла. Так что, короче, такое. Ну, ладно, ребят, потом расскажу. Я была настроена на встречу с Макаровским. С семьей? Они отморозились, короче.